Зритель Тау, водитель екатеринбургской скорой помощи, прислал нам в редакцию видео автомобильного регистратора, в котором ему с трудом удалось избежать наезда на людей. Ты что расходишь? Ты пропустить должен людей. В каком месте? Здесь. Я что, поворачиваю? Я прямо еду. Не поворот их пропускать, а тут пешеходный должен быть. Что ты такой? Правила поставил. По словам водителя скорой, второй день в Екатеринбурге всплеск уличных травм из-за гололеда. Вот и в Банковский переулок сегодня они привезли мужчину со сломанной ногой. А получив новый вызов к пациенту со стенокардией, бригада врачей выдвинулась в направлении улицы Малышева. По словам нашего зрителя, на таком льду не только люди, но и машины двигаются будто на санях. И остановить двухтонный Ford Transit ему было бы непросто, если бы пешеходы, не испугавшись автомобильного клаксона, не сделали это первыми. Ну а по правилам дорожного движения наш зритель абсолютно прав. Малышево-Банковский – Т-образный нерегулируемый перекресток двух улиц. Если бы это был небольшой выезд из двора, то да, водитель должен был бы уступить пешеходам. Но в случае перекрестка уже пешеход, прежде чем начать переход улицы, должен дождаться, когда машины проедут.